Я бы хотел сказать, что мы не играем много старых песен, совсем старых. 2002, 2003 и прочих годов. Сегодня. Но это не факт, что мы не сыграем их потом. Ладно, мои красавцы, хорошие мои, любимые. И кричите. Ничего криком никогда в этой жизни. Наверное, вы по папам с мамами своими можете судить, что ничего криком лишить нельзя. Да ладно! Мы сыграем когда-нибудь, может быть. Но не ждите от того, что вот сейчас произойдет какое-то неожиданное ваше желание. А может быть, мое. Спасибо, что вы пришли сегодня. Это наш... Никто не озадачился из нас с вопросом посчитать, какой по счету это наш концерт в Питере. Я думаю, что это сложно было бы сделать. Но точно это примерно десятилетие. То есть 22 декабря 2000 года мы сыграли наш первый концерт, как группа Animal Jazz. То есть через 3 дня нам абсолютно реально наступит 10 лет. И вот если бы мне когда-то тогда кто-то это сказал, я в принципе знал, что это будет. Но если бы мне кто-то показал эту картинку... Хорошо, что мне никто тогда ничего не показал. Спасибо, что вы пришли сегодня. Старые фанаты наши любимые, помните о том, что, конечно, мы вас не забываем, но помните о том, что, конечно, мы думаем прежде всего о себе. И играем именно то, что хотим сыграть мы. Это судьба. Все.